А мне, а можно снимать? Меня тут не будет? Нет, не снимали. Никто ничего не скажет. Никто ничего не скажет. Походите, ребят. Ну все, я буду снимать. Я вас личный видеоблогер, если что. Женя, я лично, если... Пропаганда, тут... надо говорить пропаганда, пропаганда. Ну это ты будешь говорить, а я буду говорить, что ты меня нанял. Я блогер от Бога, короче, да. И... Ну... Это мы на регистрации, да? Это мы на регистрации? А что, новое? Как бы так-то выглядит сайхан? Не-не. Короче, значков нету сейчас, ленточки. Ага. А мне тоже надо, да, что-то? А что мне надо? Деньги надо дать, да? Смотри. Смотри. Короче, 90 лет это. 90 лет этому, кто он? Общество пчеловодов. Ага. Вот, 90 лет общества пчеловодов это профессиональному, и это цели 2018. Давай, я тебя одену подсчетно, давай. Все. Женя. Второй там Таш тоже, да? Это мы зарегистрировались, да? Все, это и теперь идем на выставку. Да, это вот короче, не Дип. Женя, ну давай. Это вот паникер, смотри, кормушки. Это, короче, это от Ника представитель. Ага. Он каждый год тусуется, в том году его, кстати, не было тут. А до этого он в цели ездил. Ну посмотрим, что он предлагает. Ну, а мне? Я тебе предлагаю, знаешь, обойти, а потом снять. Да? Или потом? Не, ну я, наверное, покажу. Покажу сначала. Что тут у них на выставке? Друзья, ведра, разделительные решетки, никот, какая-то пушка, непонятно какая. Это тоже какая-то разделительная мягкая. Мягкая черная, мягкая. Это все разные упаковочки, пчеловодолители. Это, короче, разная фишка. Не знаю, какая. Ну, короче, сейчас пойдем и посмотрим, что у них тут есть. Клеточки. Никот, кому интересно. Никот. 1000 штук, 26 евро. Вот есть. Никот. Колпачки разные. Да, защитные, от маточников защитные. Никот. Никот, сам никот стоит 25 евро. И, короче, все, что связано с мотководством, двигается, коля, лак для метки маток. Разные какие-то, я даже не знаю, что это. Ну, короче, много-много интересных вещей. Календари. Календарь стоит 250. Стамески. О, классная стамеска. Это маленькая. Надо будет купить себе такую. 4,50. Вот есть такой необычный инструмент, который тебе нету. Я не видел в Украине. Ну, берешь руку, чувствуется сразу качество. Много интересных вещей, которых я не видел. Для меня это, конечно, интересно. Стамески, демари, стамески, 5,50 евро. Короче, какой-то, какие-то, непонятно какие, даже не буду комментировать некоторые вещи, потому что не понимаю, что это. Aber da gibt es bloß eine Größe, ja. Okay. Keine Ahnung. No? Ja, leider passt nicht, ja. Plastik. Ich frage mal gleich. Boden. Plastik, Boden. Надо будет потом подойти. Ну просто одно. О, Денис, привет. Привет. Я думал, прицеловик. Что это такое, Денис? Как ты думаешь? Я думаю, что это тоже демарь какой-то. Мне кажется, это не демарь, это что-то поливать.
А может это что-то связано с клещом? Ну мы уже не спросим. Клещом? Я пока пройдусь. О, на клеечки. Мыло. Какое-то. Да, мыло. Мыло, пахнет мыло. Мыло, дозаторы. Так, 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 так. Колбочки. Что, что это? Не знаю, спроси меня, что, зачем это? Что это такое? Для, для чего? Das ist für Baskis. Ach, für Baskis. Das ist ein Doppelbad. Hier machen Sie Wasser. Danke. Топить воск. Все, поняли, спасибо. Я пошел дальше. Пошел дальше. Тут литература. Много интересной литературы, по которой мы не знаем, что это. Тут медовуха. Тут медовуха. Извините, медовуха. Пиво медовое. Заслуга и стоп. Красиво, не, мне тоже нравится. Вот обрати внимание, что люди рады, ну, как презентовать свою это, продукцию. Угу. Ну, это пиво, чисто пиво, да? Это чисто. Если ты хочешь попробовать, ты можешь попробовать. Я хочу попробовать. Но это все пиво, да? Это пиво. Пиво. Сейчас я как в Молдове попробовал и откинулся. Теперь буду в Германии пробовать пиво. Ну, как говорится, будьмо. Будьмо. Или, а или как? Как за говорят? Здоровье производителя. А как вообще немцы говорят? Прост. Как? Прост. Прост? Ну, это типа на здоровье. Прост. Первое ире гешефт, да, ойре гешефт, или хит. А чувствуется мед? Красиво. Good. А сколько стоит бутылочка? Во сколько стоит одна фляжка? Die einzelnen Flaschen sind bei 3 Euro, während als Messepreis ein Sixpack mit allen drei Sorten bei 15 Euro. 15 Euro, 6 бутылок, одна бутылка 3 Euro. Сколько? Одна бутылочка 3 Euro, 0,33. Ага. А 6 бутылок 15 Euro, это как высылочная цена. Да. Ага. А меня пустят в Украину с пивом? Я пустят. Пустят? Не заберут? Ну, только должен говорить пиво. А, пиво. Это улья какие-то тормированные, старые. И палец, смотри, какой. Да, палец интересный. Смотри, как тут вот кругло. А, так смотри, оно вот как. Прикольно. То есть вперед-зад можешь ездить. Ну тоже, да, идея? Вперед-зад ездить. Получается, это низ. Его нужно перевернуть. Нет, 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 вот рамка стоит. Ну, это прикольно, да, смотри, как палец. Тележечка на шуруповертах. Плохо видно против света. Тут на шуруповертах. Тут книжечки разные, да? Видео, видишь, учебные фильмы. По искусственному осеменению вот фильм. Короче, по искусственному осеменению, смешивание спермы. Венгрия — медоносная страна, это так если перевести. Ага. И это, короче, вот это Данаушен, где самая большая выставка, это фильм оттуда, я не знаю, что за фильм. Это, кстати, интересная книжка. Вот книжка. Я не знаю, это тот, не тот, я Андрею отправлял в этот, там, Николаевская область, Сискорская. Я не знаю, такое или не такое. А конгресс апитерапии в 2017 году был? Да, вот, а вот еще один человек. Берлин, здесь тоже какая-то это видео. А вот это самое такое место, куда все подходят. Там конференция, да? Да, так ты посмотри, как люди сидят и слушают. Здесь конференция по пчеловодству. Вот. Закрыто? Да.
бы там. Я понял. Это вот, ты тоже пчелок, который сняли себе. Там он ручка. Пойдешь что? Да не, я хотел снять просто. Женя подошел к буфлеру. Хочет познакомиться. Ich habe bekannt aus Ukraine, sie sind. Ah, muss einfangen, ja, die Bilder. Pionieren. Herzliche Grüße in die Ukraine. Вас приветствует. Alles Gute, Herr. Что сказал он? Поприветствовал? Он сказал, Херсихи. Я не помню, что он сказал. Ну, короче, сказал, привет, Украина. О, Украина. А это сам Бухлер, да? Да, это доктор Бухлер. Доктор. Ну тут, видишь, его поймали сразу. Тут это самое. Опасно. Ага. Тут очень много сцели, шеф увидел. Шляй там в подвале сидит. Да, 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 мы подходили, там Станкич, да? Да, Шляй в подвале сидит, Видо Айх, еще кто-то, за тех, кого я знаю. Ага. Вот. Ну, этим людям все идут тяжело будет, потому что каждый хочет узнать. С ними пообщаться, да? Хорошо. Что тебя интересует на этой выставке больше всего? Меня вот это интересовало больше всего. Медогонка? Вот это? Или ну, что? Вообще, я приехал пообщаться с людьми и вот эта штука, которая внизу стоит. А, тебя интересует не сама медогонка, да. А вот эта штука? Нет, меня интересует комплект, первый кусок купола нету. Ага. А я насчет, то есть получается забрус, когда с машины туда падает, он топится сразу, сюда воск вытекает. Да. Ну, проблем с забрусом нет, у тебя сразу идет переработка забруса, и воск отдельно идет, мед отдельно идет. И при этом не перегревается ничего. Вот я как бы вот эти вопросы хотел выяснить. То есть потом тоже, видишь, модель сита какая сделана. То есть, да. Когда у тебя крошка идет сахарная. Да. То есть, короче, получается, он ее счищает, у него сюда бежит, и у тебя, допустим, сюда бочка 200-литровая, актуально для Украины, допустим. Да, да, да. Вот. Бочка ставится, это открывается, у тебя мед в бочку бежит. Да, что имеет? Да. То есть, получается, насос сюда качает. Да, 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 фильтра. Короче, это фильтр. И отсюда сразу в бочку, из-за этого такая высота, да, идет. И это кох, фильтр. Ну, это самый обычный фильтр. Да. Это под давлением насосковый качает, там кофе нейлоновый, как этот, фильтр и да, давление тоже. Под давлением. То есть у кого, что? Ну это кусок линии, то есть медогонки. А то, я думаю, что клеймовалка. Но это все, ну, немецкое это, производство? Да, это все, я просто хочу, знаешь, сказать, смотри. Это S800, это маленькая медогонка. То есть, вот ты если подойдешь, то есть потрогай железо вообще, вот, само железо, толщину. Да. Потрогал. Потрогал. Сейчас вот так все потрогал. Потрогал. Тоже, кстати, стол вот прикольный, да, кто открывает? Да, да, ну это рубанок чистит рамки, да, правильно? Да, ну, да, я есть... так понимаю, что канты это. То есть счищать воск. Да, я тоже так думаю. Ну он острый, это я... Он острый. И мне кажется, он еще и греется, наверное. Да, вот это, скорее всего, нагревательный элемент. Да. Вот, вот смотри. Вот железо все потрогай, да, вот. Смотри. Потрогал. Вот. Само вообще, да, как все сделано. Сейчас пойдем в другую линию посмотрим. Почему я немецкую хочу линию? А, пойдем ножи. Что интересно, ножи. Может, кому-то интересно будет ловить. Пойдем, да, ножи посмотрим. Иду. А, туда идти, за тобой. Короче, тут ножи, пластина и накладные. То есть, получается, ты нож можешь снять. А нагревательный прибор, вот она, рубашка водяная. Ага. То есть получается, нож меняется. А сейчас там венгерская линия еще есть, мы посмотрим, полякская вроде линия есть. То есть пойдем посмотрим. Пойдем. Короче, тут крутишь это скорость. Скорость прохода. Скорость ну да, я понял, редуктор на этом. Скорость прохода. Ага. Мне вот костюмы нравятся, эти хай-тек. Прикольно. Костюмы. А ты представляешь, я увидел тут украинские костюмы. Вот. Украина счет. Вот, Ваня. Бибету. Бибету. Ну вот я сейчас покажу. Вот. У тебя, да, не такой? Нет, у меня не такой. У меня. Ну у меня не такой, да, вот. Это украинский, почему я так понял? Потому что вот тире. Тире. Да, украинского, да? Так что Украина скоро поработит Германию в костюмах. А, вот, кстати, что интересно, это помпа для раздачи меда на, ну, на пасеке, то есть. Сиропа? Да, сиропа.
видишь, двигатель, да, как, ну, а, ну так, помпа, да, короче, ну, помпа, да, 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 и закачивает сироп по угля. А зачем это подставки? А что-то ставить, я не знаю, бочки, ведра, может, я не знаю. В общем, там пропаганда вся есть, можно взять, но там будет подойти, ага, если тебе надо, и все посмотреть. Не, пошли дальше. То есть, вот видишь, с этой штуки вот такие воск сразу затапливается. Да, ну я понял, сразу... Единственное, он мне вчера сказал, проблема по вытопке воска. Короче, смотри. Что самое интересное, тут, когда ты регулируешь, вот эта труба, то есть наклон трубы, видишь, тут как угол? Да, да. Он регулирует как бы высоту, как подъема воды, чтобы, да, перегрева не было. Да. Получается, когда у тебя наполняется ванна, ты можешь... Понял, да, мед, чтобы не перегревался, стекал. Это вот тоже нагревательный элемент, видишь, вода. Ну, да, да, да. Ну, продумано. То есть сразу... Да, тут ребра, видишь, это как, ну, как нагревательные эти коллекторы, или как их называть? Да, да, да. Вот потрогал, да, материал? Не, я потрогал. Материал чувствуется хороший. Потом он подойдем там. Что здесь? Или тут разное? Здесь, в принципе, все то же самое, что у всех. Что ли, там здесь швайца унглярблок. Глябы, да. А сколько, да? Здесь оригинал. Я здесь, 49 я здесь. Евро, Валя. 49 евро – это швейцарский спад. Да, а мы по 22,50 взяли. Мороза тоя. Я бы директ никал бай майн инк, когда дам фюрфнатик. Короче, может, цены подорожали, и что, мне одна осталась, одну сломали, мне тоже купить надо. Вчера Богдан попросил купить, я честно говорю, я охреневаю, где они такие прайсы берут, 40, сколько, 50 евро почти что. Или мы еще где-нибудь спросим. Ну, тоже, видишь, это такая получается реклама. Ложечки, да? Да, самое главное, вот это вот штемпеля, ты печати на мед ставить. Ну, то есть на баночке? На этикетке, когда там внизу стоит как графа, как сорт меда. Да. Кстати, видишь, это липа. То есть это штампики с разной, да, разновидностью, да, меда. То есть, а? Вот. Ну, короче, в общем, разные меда, которые есть, то есть набор штампиков, и ты потом ставишь. Но это все осторожно пчелы, такой, ну, пропаганда. Это предупреждение, да? Таблички. То есть, знаешь, ну, вот это вот ничего, это маркетинг, да, то есть упаковка. Ну, у вас, Жень, у вас как бы обязан табличку ставить, то есть человек должен быть предупрежден, что есть близко пасека. Да, что пчелы, видишь, вон, допустим, осторожно. Можно пчелы, видишь, специально такое ярко-красное сделано, чтобы, да, очень больше или тебя зажали. Хорошо, пошли дальше. Тут у нас полиуретановые ули. А меня вчера, кстати, тут прогнали. Да? Вот именно тут. Прогнали, да. Прогнали. Не будем, да, снимать? Я... Ну и тут какие-то новые ульи. Интересно. Пластиковые. Ух ты, тяжелые. Пластиковые. Данк. Пластик. Тяжелый пластик. Ну, прикольные. Крышка. Крышка. Вот такая. Крышки. Утеплитель какой-то, непонятно какой, кормушка, кормушка, вот такая тяжелая, литочек, корпус, непонятно зачем вот это, пластины, если он с пластика, и дно, которое закрывается. Которые с перегородочкой. Интересно. Закрываем все обратно. Клеус. Прикольный. Мини плюс сет. 57 евро. Так, ладно. Посмотрим, что тут. Это опять же шестирамочник пластиковый. Короче, это единственная фирма, которая делает. Ага. Вообще больше нигде не делает.
Я не думаю, что это хорошо идет. Как бы я вообще первый раз увидел полиуретана ули на Украине у Дениса, стоял как образец. И второй раз вот тут больше я не видел, чтобы вообще вот в работе были, живыми глазами я не видел. Ага. Это лысый, я думаю, лысый не надо представлять. Лысый, ну да. Тоже. Лысый, не очень большой стенд, то есть стримовалки у него тут треснут. И тут медогонки, часть медогонки. Да, ну лысый стенд большой. Мы вчера смотрели, ставлено очень много. Очень много. И сон. Идем посмотрим. Литочки. Для свеч. Щеточки, перчатки. Догонки, восхотовки, ведра, цедилки, подставки, очень много разной мелочи, костюмы, изоляторы, сапетки, клеточки, которые мы тоже купили, вот такие классные, крышки, ну все, все, лисон, лисон, разделительные решетки разного типа. Металлические, тара. Фирмовый сон. Стол для распечатки со шнеком. Идет. Или шнек отдельно, стол отдельно. Гонки. Это, наверное, лучше. Каталоги. Цены. Если мы можем купить улей за 700 гривен, то здесь надо потратить 130 евро. Насос для перекачки. 1700 евро насос. Стол с клином. Сушилка для пыльцы. Сушилка для пыльцы. 700. Ну ничего такого. 770 евро. И медогонки, медогонки лысон. Медогонки лысон. С разными такими мониторчиками. Дисплеями. Тут медогонки. Очень много медогонок мы сами представили. Это фирма. Книжки. Книжки. Кепочки. Кепочка стоит 10 евро. Прикольно, биндюктор. Брелочки разные. Много интересных таких. Имкер. Вот, кепочка классная. Они... Ja,
nicht schlecht. Der direkt an der Ostsee auf der Düne oben. Дрочек надо будет обязательно купить. Тоже одежда. Это какая-то фирма, уже другие медогонки. А, это тоже Лысонь. Другая, та же самая фирма. Фирма Лысонь.